Компания «Ключ здоровья» брянскому жителю знакома давно. И в этом году она вышла на новый уровень. В преддверии праздника Нового года, как говорится, исполнение новых планов, новых желаний, каких-то новых достижений. И наша компания вступила в новый этап развития. Мы заканчиваем процесс автоматизации киосков «Ключ здоровья». Многие жители уже, наверное, заметили, что практически все киоски оборудованы круглосуточными автоматами по продаже артезианской воды. Пользоваться автоматом очень просто. Инструкция написана крупным шрифтом и легко читается. Это позволяет избежать вопросов о том, что делать и в какой последовательности. На самом автомате указан телефон бесплатной горячей линии. Мы очень тщательно подошли к процессу выбора оборудования, постарались учесть все пожелания жителей города Брянска, чтобы сделать максимально удобным и простым процесс покупки воды. Это для нас очень важно, потому что нашими покупателями являются не только молодые люди, но и люди пожилого возраста, а также дети. Для удобства горожан в городе работают и киоски, где есть продавец, и автоматизированные. В последних, помимо воды, можно купить и 5-литровую бутылку. Отсек для выдачи расположен сбоку от основного окна. Жители уже оценили удобство автоматов. Я постоянно беру воду, она вкусная, полезная, нам всем нравится, так что нас здесь все устраивает. Очень удобны теперь автоматы. Автоматы работают круглосуточно и умеют выдавать сдачу. А это значит, что не нужно задумываться о размене денег. Качество самой воды подтверждено сертификатами соответствия, и ее можно пить без кипячений и другой обработки. В преддверии Нового года компания «Ключ здоровья» поздравляет всех жителей города Брянска с наступающим новым 2018 годом. Желаем вам мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний. Пусть в предстоящем году успех будет вашим сопутствующим другом и принесет ваш дом достаток, благополучие, здоровье вам и вашим близким. С наступающим Новым годом! В следующем году компания «Ключ здоровья» продолжит развиваться, сохранив неизменное качество воды. Игорь Умаров, Иван Зюрев, События Брянск.